Привет, друзья! Сегодня у нас будет обзорный ролик, и в этом ролике я хочу поделиться своими впечатлениями об одной поясной сумке фирмы Идея Фишер, модель S55. Это маленькая, компактная поясная сумка. Я давно себе искал какую-нибудь небольшую компактную поясную сумку, в основном для ловли форели, либо головляна наших малых крымских рек. И в интернете вот я ее нашел. Мне сразу приглянулась это ее стоимость. Относительно недорогая сумка и, как оказалось, очень хорошего качества. Вот сегодня мы о ней и поговорим. Что она из себя представляет? Эта сумка поясная. То есть она фиксируется на поясе, лежит на бедре. У нее есть один большой отсек и второй маленький. Вот про большой отсек. Здесь получается сверху сделана как бы крышка на хорошей, мощной, крепкой застежке, которая хорошо фиксирует все лежащее внутри. И, собственно, и при каких-то там прыжках и либо еще каких-то либо движениях вы ничего не потеряете. Итак, когда мы открываем ее, у нас здесь получается два кармана. Один большой, другой чуть поменьше. И есть такой маленький дополнительный кармашек, сетчатый. Он весьма не очень объемный, но под всякую мелочевку подходит отлично. В большой карман у меня помещается два кошелька свободно. В данном случае здесь один кошелек с воблерами, другой с блеснами. Либо, если я там ловлю на воблеры, то есть две коробки, вот чуть больше формата, чем этот кошелек, сюда отлично помещаются. То есть они не болтаются, тут их очень легко доставать, ни за что они не цепляются. При там ходьбе, допустим, когда вам надо сменить приманку, все отлично достается. Второй кармашек, он чуть поменьше. Его можно использовать там под силикон, к примеру, либо там более мелкие коробки, как у меня. В данном случае это вот такие две головлиные коробочки, здесь с всевозможными воблерочками. Отлично сюда помещается, так же самое очень легко и свободно их можно достать, так же самое положить. То есть достали, сменили приманку, закрыли и пошли дальше. И ничего у вас нигде не потеряется. Второе отделение, оно вот такое более маленькое. Здесь карманчик уже идет на липучке. Липучка довольно-таки неплохо фиксирует кармашек. Не открывается. В него у меня помещаются две вот такие коробки со всевозможной мелочевкой. Одна там с жиг-головками всякими, шарнирщиками и прочим. И это там с крючками и прочей всякой мелочью. Также на этой сумке есть еще один маленький кармашек. Сюда удобно сложить всякие пакетики с крючками, застежками для быстрого доступа, если вам надо что-то сменить, либо перевязать там какую-то застежку, либо еще что-то. Также в этой модельке, как и впрочем в других всех моделях этих сумок Идея Фишер, есть вот такие кармашки для инструмента. Туда хорошо помещаются какие-то кусачки, либо зажимы для извлечения приманок. Вот. Есть еще два небольших кармашка. Ну, сюда можно. В данном случае у меня здесь поводки для щуки, которую я редко ловлю. Вот. Еще из плюсов этой сумки, что мне очень понравилось, на всех моделях этой фирмы используются очень хорошие, качественные, плотные ремни. А, как правило, на дешевых сумках используются более плохого качества ремни, которые со временем очень сильно изнашиваются, растягиваются, их постоянно приходится подтягивать, поправлять и прочее. В этих моделях отличные ремни, здесь все очень один раз хорошо настраивается, и так же самое оно держится, и в процессе рыбалки вы нигде никогда не поправляете ремешки. Что хочется отметить еще, у этой сумки хороший материал. Материал износостойкий, я очень много раз уже цеплялся там за всякие колючие кустарники, вот, нету ни одного здесь никакого там заусенчика, ничего. И материал пропитан влагостойкой пропиткой. В принципе, там при небольшом попадании влаги она скатывается. Сейчас.
покажу вам. Основная часть воды просто скатывается, и на сумке, ну вот, чуть-чуть там какие-то капельки. То есть, если вы попадаете в небольшой дождь, вы не переживайте, что у вас тут все пропотнет. И самое, наверное, что клево в этой сумке, это вот такой вот стаканчик для спиннинга. Обалденно удобная вещь. В ходовой рыбалке, в пешей, когда вы особенно ловите в заброд, то есть вы можете сюда вставляете, вернее, в спиннинг, и у вас свободные руки там для замены приманки, либо еще каких-то действий. Не надо там зажимать спиннинг где-то под мышкой, либо там между ног и прочее. То есть такой хороший стаканчик, в котором спиннинг фиксироваться очень удобно, и никуда он не падает и прочее. Что мне не хватает в этой сумке, это еще какого-нибудь дополнительного кармана для бутылки воды. Так как я с собой всегда беру минимум вещей на рыбалку, вот, мне этого действительно очень не хватает, так как эту бутылку воды, а пить хочется всегда на рыбалке, некуда положить. Было бы очень здорово, если бы здесь придумали бы какое-нибудь, может, крепление еще на поясе, чтобы зафиксировать небольшую бутылочку воды. И тогда вообще по этой сумке цены бы не было бы. А так, в целом, мне сумка очень нравится. Я очень доволен своим приобретением. Она удобная, компактная и легкая. То, что мне надо.